У нас утро, четверг, вот Шарик тут радуется жизни, красавец наш, 5 сентября сегодня у нас, вот мы опять порыбачили, сети сняли карасей, вот Игнатий наш стоит тут, возле этой лодочки нашей, резиновой, вот это мы на плоту. Давайте. Видно, что мы на плоту. Видите, как он качается. Первый день мы вчера поставили. Сегодня первый раз вот берем, узнали, что здесь есть. Вот вчера крест поставили, вот видно где. Вон где крещение-то было. Видно рамки белые. Вот куда мы переместились, раз у нас здесь теперь. Мы оба переместили. Володя. Карасики. Вон там вот. Вчера мы выбирали всякие деревяшки. Это лепешки. Андрей Устинов вон он. Вытаскивал на своем УАЗике грузовом. Подцепляли за веревки толстые. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот он, начальник. 13. Толстый. 14, 15, 16, 17, 18. Вот он на ладони лежит. 18, 19, 20, 21. 22. Фу. 23. 24. 25. 26. 27. 27, это получается 54. 55. На одного меньше. А? На одного меньше, чем вчера. А вчера 56 было. Да. Может, где-то завалялся? Нету его. Ну, хоть бы одного еще найти. То бывает из рук выскользнет. Сегодня один прям в воздухе. Ну, оторвался вот до большой, но не оторвался. В лодку упал. Да. Пятьдесят шесть. Карасики. Значит, сейчас что надо мне? Шагнуть туда? Без ведра. А я вам ведро подам. Да смотри, не рухни, смотри. В случае чего, аппарат просто вот туда бросай. Угу. 56. О, аккуратней, аккуратней. Чуть не оборвал. Она была здесь, за колышек. Подожди, не урони. Надо маленько вынести. Я сейчас вернусь за лодкой. Да, ловко чего возвращаться, когда я тут сам справлюсь. Там все забрал? Да вроде все. О, шарика сегодня взяли с собой. Ой,
Но это не прогулка. На него посмотришь, сразу жить охота. Радость на жизни. Скотинка, ползет такая. Это единственное упражнение у нас за всю жизнь ползать, присмыкаться. Ну встань, встань, встань. Ну что такое, а? Породистая шавка. Очень породистая дворняжка. Все у него синхронно. Вот здесь сколько беленькое. Вот ушко над бровями. Ну, картинка. Даже вот это вот маленькое черное, вот туда уходит пятнышко. И вот это точно так же. Чтобы вот так вот было. Он ни с кем нигде не связанный. Из поколения в поколение вырабатывалась верность такая. Вот сейчас если отпустить его играть, он не будет. Он убежит по деревне. Никуда нельзя отпустить. Беглец. Красная линия на бок вот так. Как он заключенный. Обнимает лапами. Все, все. Все, давай сейчас мы протирать будем. У меня же здесь ведро. Сейчас я протру. Мы берем с собой бумагу. А тут вот это есть. Сено. Ну подожди, подожди. Я маленькой бумагой протру. Угу. Суши будет. Я думаю, значит... А что за газета у нас? Новости. Среда. Коммерсант. 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 Вон написано по-английски. Вон он. Ну, вон да, по-русски. Да, 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 да. Ну так мы как коммерсанты тоже. Приглашаем на работу ваши деньги. Неужели так они о нас заботятся? Все, не надо. Там вытрешь это из нее, все. А потом протереть. Значит так, сейчас я забираю ведро, чем-то я его приткну маленько, чем я еще не знаю, да газетами. А ты этим кругом, и вон, где сейчас музей, комплекс для бедных лагерей, покажи там вокруг, обойди, перед Ановой мы что вчера сделали, каждую лунку, и крест где поставили, почему это яма, сколько лет ее там, ну сколько лет, 30, наверное, мы ее копали. Да нет. 91-го, нет, поменьше. А вы для чего ее копали-то? А? Для чего копали-то? Мазать? Глина? Нет, а вы что-то там еще говорили, что проверяющие тоже требовали что-то, какую-то яму там. А это дальше была яма. Мы высыпали, чтобы туда отходы, там, кожурки, а их деревня забирает. По плану положено. Мы ее сделали, огородили и ни разу там не были. Они сразу отстали. Mm-hmm. Ну понимаешь. Вот она училась на двойке, а теперь ее поставили командовать. И она смотрит параграф. Вот здесь вот стали тоже. Музей, там
пройди, покажи фундаменты дома, где это виноград, обязательно. Угу. Навозная огромная куча, бульдозером тут же фермы были. Это место не сельскохозяйственное. Одна крапива на огромной куче навозной. Лагерь стан, степи на навозной куче, что может быть круче, дети пели. Затеяли убрать, это постройки нельзя это занимать. Но если здесь, на ровном месте, я построю свинарник, можно. Зерносклад можно. Нельзя детский лагерь, нельзя музей, потому что тот, кто сидел, составлял, у него мозги-то были безбожием сплюснутые. И сказал бы, и другое полезное для человека. Ну, мог хотя бы так-то сказать, другое мы бы туда вошли. Все никак. Ну, у нас положено так. Но он по норме смотрит, по норме. Ну, кроме нормы-то есть какие-то еще и... Ну, маленько-то хоть чуть-чуть ни грамма не соображают. Убрать. Ну, это лагерь единственный в Советском Союзе был. Единственный. Не просто лагерь, а православный детский лагерь. Не просто православный, а трудовой. Дети учились работать всякой работе, и доить, и печь хлеб, и на коне ездить, и пасти скот. Все умели делать. Я 45 лет начальник лагеря здесь, да 3 года в другой формат перевели. Купили дома, и приезжают, и люди отдыхают. И вот это показать надо. Эта яма огорожена была, она глубокая. Ну, вот так руку подниму примерно, из ямы даже не видно, может, будет. Глину брали. Говорили, колодец тут легко выкопать. Да, ну нам колодец рядом не надо. И вот вокруг крапива. А скотина-то идет, она не видит в крапиве-то. И теперь мы заново вот здесь вот сделали, огородили. Баня была в землю врытая, прятались мы. И там на, точно так же. И вчера мы на тележке все это с Володей приволокли вот. И это сделали. Так, ты забирайся сейчас шарика, дай мне этот аппарат. Вот. И с Богом. С Богом. Бери ага. свою машину. Запутался нога. Так. Бери, бери его там, принесешь. О, поплыл. Вот так. Ну все, ты на велосипед садишься и поехал, да? Ну ладно, с Богом, я поехал тоже.